Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Иван Сусанин, и это новое прохождение нашей игры Block Story. Так, это я сделал неправильное дело. Нажав клавишу F, напомню, клавиша F нам дает возможность летать. Полет. Полет сейчас начинается, похоже, вечер вновь, да? И нам нужно уже достраивать такие... Мне кажется, достраивать нужно этажи, стены первого этажа, и уже запускать жильцов в данный дом, построив ему дверь и начав уже строить окна. В прошлой серии я насобирал 25 железа. Железо тоже можно использовать. Я пока не залажу книгу рецептов, потому что у меня без этого еще работы очень много, умотаться. Когда выдастся свободная минута, у нас с вами это получится. Меня зовут Иван Сусанин. Вы смотрите мой развлекательный канал. Ставьте лайки для того, чтобы поддержать мой канал. Для того, чтобы мы развивались, росли и имели возможность прогрессировать здесь. Я жду ваши комментарии. Надеюсь, комментарии будут тоже адекватные, потому что всякие бывают. И видел я за свою не такую уж огромную жизнь. Все у нас получится. Просто нужно верить, да? Вот примерно так. Сейчас мы... Вечером обычно мы бываем в шахте, еще раз повторюсь. Но сегодня мы решили все-таки остаться здесь. И, да мы и так почти как в шахте, начать строить уже свой дом. Так, это нам не нужно. Так, здесь у нас так вот будет. Ага. Вот это надо убрать. Лишняя земля, опять же. Ну, вы видите, как неудобно делать кирки. То есть, их наделаешь 120 штук, и они очень быстро ломаются. Казалось бы, должно... Ух ты, как тут темно. И тут-то как темно. Тут надо фонарей наставить, что ли. Хотя бы снаружи. А то мало ли кто может прийти сюда. Такие поздние часы. Так, ну что ж, залазим наверх. Ага, ага, ага. Дома-то пока не видать. Не видать не только, чтобы дома. Вообще фундамент. Вот он, фундамент. Стенки. Удачно легли. А мы продолжаем. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. И вот тут вот, наверное... Нам стоит немножко эти стенки упразднить. Вот именно в этом месте, в этом данном участке. Так. Здесь у нас лишние камушки. Лишняя земля. Фундамент надо строить сначала, первым делом, кстати. И он должен стоять какое-то время. Не один месяц даже. Второй раз мы собираем. Где у нас кто есть? Я не вижу вообще, чтобы кто-то у нас тут был. Вот, не вижу, вообще никого не вижу. Никого и ничего. Так, продолжаем строить дом. Первый этаж. Ах, вот промазал сейчас только что. Так что не судите меня строго, я буду заморачиваться на этой игре. Может быть даже очень долго. Потому что вы видели, как 13 серий прошло, а я только, можно сказать, построил первый этаж дома.
после первой, можно сказать так, игры. Вот, у нас был не очень хороший момент выступления. Сегодня мы начинаем с нуля, с самого начала. Так, здесь у нас земля. Земля, земля, земля. Рушим ее не очень сложно. А вот с камешком, наверное, придется... Ой, с камешком, с деревом придется... Это не дерево, повозиться. Это не дерево, кстати, это земля есть тоже. Так что незачем тут... незачем... Некого возить, не за кого возиться. Да, дом тут вообще большой будет. Я смотрю, тут такие хоромы, охренеть. Но зато дом как дом. Настоящий дом. Это третья сторона. И вот это четвертая сторона сейчас. То есть тут нет ничего тоже более экстраординарного, что-то особенно интересное. Мы просто продолжаем. Продолжаем наше строительство. И когда наш дом будет готов, можно будет с удовольствием полюбоваться на него, мне кажется. Так. Я, похоже, забрел в места не столь важные, не столь интересные, а отдаленные. Вот видите, тоже, чтобы добыть камень, нужно киркой копать. В любом случае, могут и мастера это все делать, могут и любители. Вот. Сейчас. Сейчас нужно прорыть вон в ту сторону немножко. Наш дом потихоньку, помаленьку, очень медленными шагами. Теремок развивается. Так, тут, наверное... Нет, наверное, надо было вот это тоже уничтожить. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, долго, очень долго развивать кирпичи. Это еще при условии, что у меня уже талант стал очень высоким. Еще 2 очка таланта. Так, это... Что у нас? Что у нас? Скорость копания. 1,9 уже. Видите, как быстро начал копать наш персонаж. Я думаю, что любой ресурс будет просто необходим, незаменим. И поэтому нужно держаться. О чем это я вообще? Я сейчас больше похож на сонного кролика, потому что я очень хочу спать. Ух! А, кроватка еще у нас не построена. Вот когда построим кроватку, тогда мы сможем спать. Пока нам такое не позволено, не дано. Так, сюда. 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 Я думаю, эта серия будет больше полчаса, потому что я хочу получше добить то место, которое я называю, хочу назвать своим домом. Облагородить более-менее, да? Так можно сказать. Копаем, копаем, копалыч, копай. Там еще уголь. О, смотри, как глубоко. Как темно и глубоко там впереди. И тут, похоже, еще очень долго идти, да? Вау-вау-вау-вау-вау. Вот он выход. Вот он выход, вот он, вот он. Так, вот у нас дерево. Так, а это куда я ушел? А, вот. Насколько я понял, вот это у нас дом. Так.
Красиво все, все очень красиво. И поворотливо. Так, давайте дальше. Стенка очень большая. Получилось у нас первый этаж. Под первым этажом у нас будет подвал. Ну, сейчас пока идет ночь, мы немножко улучшим наш дом, вид. Я хочу все-таки справиться как можно быстрее с постройкой дома, потому что вот уже утро. Затягивать игру сильно не хочется. До ее логического завершения и окончания. Инди-игра, да. Это инди-игра. И я думаю, многим будет любопытно и интересно было бы посмотреть эту игру. Я никому ее рекомендовать как по такому не буду, потому что я, не любитель пиарить разные вещи. Будь как будет, да? То есть, как мы сможем ли мы пробиться в чат, в чарт, выйти в лучших пользователей или нет? Это уже вопрос решения не нашей компетенции. Блин, вот это вот зря я сюда поставил. Так, дальше, 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 дальше. Вот еще один дом. И, наконец, последнее. Что можно здесь сделать? Ага. Вот это наш дом. Красивый, могучий. Так, а он, по-моему, он должен пройти не очень далеко, да? Я не знаю. Сейчас посмотрим. А вот, кстати, да, вот как раз его конец. Конец. И третья стенка уже подходит к концу. Третью стенку мы уже почти построили. Сейчас будет построена третья стенка. Это меня очень радует. Я думаю, не только меня, но и вас. Потому что так затягивать это просто. О! Землетрясение! Японский городовой, я такого ни разу не видел. Блин, а что нужно делать? Первый раз на землетрясение вижу. Все, закончилось? Да, похоже. Офигеть! Тут бывают еще землетрясения? А как тогда строить дом? Нифига себе. Вот это да, вот это заявочки у нас. Ах, какое дело-то интересное получается. Вот так вот. Это кто, саранча? А, нет. Красивая, смотрите, какая. Ящерица это была. Ну да, нифига себе, да? Вы видели же это, как я. Землетрясение было. А чего оно, интересно, формируется? Мы это все исследуем. Обязательно исследуем все. А вы ставьте лайки, подписывайтесь, пишите новые комментарии. Вот. Лизард. Ящерица тут ползает. Здесь, в наших местах. Что тебе надо, ящерица? Так, вот это камень будем убирать. И вместо него сразу же будем строить. Так. Так, так, так. Все. Еще одна стенка готова. И у нас осталась последняя стена. Я думаю, сейчас в этой серии мы закончим строительство последней стены. Что нам? И мы перешли на 13 уровень. Вот вы смотрите, как при помощи вот этого самого 2. Так, копание, урон от стрел. И давайте все-таки, наверное, немножко улучшим здоровье.
будем потихоньку улучшать, до 200 доведем здоровье. Пускай у нас будет много здоровья, потому что когда мало здоровья, хочется, конечно же, может не хватить буквально чуточки. Сейчас мы сломаем эти камни последние. И у нас останется одна неоформленная стена. А, у нас кончились также деревья. Ну ладно. Сейчас сколько успеем, я думаю, мы построим. И будем добывать деревья. Пока у нас идет день. В принципе, с другой стороны, надо было бы все-таки, наверное, кирками заняться. Давно бы уже ускорил это все дело. Вот все лень, матушка, вы видите? Лень, матушка, пойти в шахту. Подойти к верстаку и построить себе кирку. Большое количество кирок. Вот. Пожалели немножко времени, в итоге проиграли еще больше. Так всегда и бывает. Там где-то глубоко у нас есть еще, похоже, такое чувство, что есть у нас уголь. Нет, не глубоко, тут рядышком. Давай возьмем его. О, и не один. Да, тоже возьмем. О, придется нам идти, похоже, вот сюда. Все, кончились. Все кончились. Это последнее, да, нет? Блин, на этаж ниже. Чуть-чуть пониже спускаться будем. А почему так получилось? А, понятно. Все немножко стало понятно. Как мы так... Неудачно построили. Наше строительство растет. Я потихоньку, не спеша, продолжаю. Как повышать уровень, так и... производить новые наши дома. Так, тут у нас вот так вот, ага. Хорошо. Деревьев почти не осталось, но у нас камня зато до херища сейчас. Именно с этого камня, и там у нас, по-моему, оставались доски, можно наделать очень много кирок. Чтобы они нам очень помогли. Так, а что-то я, по-моему, иду немножко не туда. Блин, упал. Или туда. Перестарался, что ли? Да, наверное, перестарался. Ну, сейчас посмотрим. Докуда мы можем себе позволить. Стенки. Вот, вот эти стенки мы сейчас... Пока у нас есть камень, мы будем... эти стенки улучшать, увеличивать. Кому как нравится. Ставить просто. Так, 3, 4, 5, по-моему, да? По-моему. Так, вот там он у нас. Еще больше, еще 13. 13 наших... досок можно будет зафигачить туда. Сейчас посмотрим, что у нас. Какие у нас возможности, какие у нас шансы. Так, вот это ставим сюда. Так. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я, похоже... Блин, я, похоже, себя подловил. Нет? Фу, чуть не сдох. Ё-моё, чуть не сло... Чуть не сломал свою жизнь вот этим ударом. Ну, сейчас потихоньку будет подвигаться. Что ж я сделал-то? Чуть не уничтожил сам себя, не убил. Вот этим движением. Неправильным. Своим. Так, три. Три дерева у нас. Последнее. Ну, что ж такое-то?
Потихоньку добавляется у нас уровень. Так. Доски есть, камень есть. И теперь нужно делать кирки. Ну, пойдем тогда в шахту, наверное. Пока у нас... Так. Доски такого типа есть. Нам нужно набрать именно деревьев. Еще деревьев. Тут у нас деревья есть, я думаю. Вот такого плана наш дом. Сейчас давайте посмотрим немножко, как он у нас будет выглядеть. Вот первый этаж. Он пока еще только начинает свое местоположение. Вот это первый этаж. Мы изнутри также выруем вот эти все углубления. Сделаем первый этаж. Потом сделаем, может быть, подвал там ниже. Пол у нас будет из белого дерева, из дерева березы. Это я вам просто делаю небольшую экскурсию, пока даже по незавершенному этажу. Ладно, мы сейчас давайте пойдем в шахту и создадим в шахту, в ту шахту, где у нас есть наш верстак. И в этой шахте мы построим в следующей серии уже сделаем немножко кирок. А сейчас я с вами прощаюсь. До свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите новые комментарии. Всего доброго. До свидания.